По словам министра торговли, уровень торговых надбавок будет зависеть и от региона, и от объекта торговли, а также от финансового состояния того или иного предприятия. Торговля всегда накануне праздников старается идти на уменьшение торговых надбавок. Глава ведомства также заверил, что проблемных вопросов по новогодней тематике и ассортименту в торговле накануне праздников возникнуть не должно. Шампанского запасено в достаточном количестве. Сладких новогодних комплектов также. Сегодня торговля забирает всю продукцию, которую должна забрать у промышленности.